Есть принцип, он называется информационная доминанта. Это связано с чем угодно. Хотите похудеть, ну, есть куча. Я всем рекомендую смотреть видео по липосакции. Вот. Посмотрите, сколько лишнего жира вот в людях. И сразу вам легче станет худеть. Вот. Хотите начать ходить в спортзал, смотрите за блогерами, которые рассказывают про занятия, которые показывают, какие есть возможности, там, и так далее, и так далее. То есть это не решает проблему, но если вам нужно сдвинуться в каком-нибудь направлении, то увеличение информационного поля вокруг соответствующей тематики увеличит и вашу мотивацию на это дело.